Перед началом обсуждения прозвучал доклад, посвященный основным тезисам обращения губернатора Андрея Воробьева к жителям региона, с которым он выступил 29 января в Доме правительства Московской области. Обращение получило название «Новая пятилетка 2018-2023 годы». Заместитель главы администрации Ирина Иванова рассказала об итогах работы, проделанной за пятилетний период в Подмосковье и в том числе в муниципалитете. Она сообщила, как выполняется одна из важнейших задач, поставленных губернатором, программа инвестиционного развития, которая имеет и прямое отношение к интересам молодых людей. Многие из них стремятся в будущем найти работу на инновационных предприятиях, расположенных прямо здесь, в округе. У нас ждет воплощение таких масштабных инвестпроектов, как строительство современного сборочного производства космических аппаратов, «Газпром космические системы», новое производство по выпуску ВИЧ-препаратов, это ЗАО «Канонфармапродакшн», а также создание огромной козельфермы. К нам зашел новый инвестор в прошлом году, «Экофарминг», который планирует развить очень большое производство, в том числе и производство сыров, на площади около 1000 гектаров. На обсуждении шла речь о развитии крупных объектов инфраструктуры городского округа, в том числе затронули тему дублера Щелковского шоссе и будущее благоустройства новых пешеходных зон. Рассмотрели перспективы участия Щелковской делегации в форуме «Я гражданин Подмосковья» в 2019 году и развитие волонтерских организаций. Я очень рад услышать, что мы не стоим на месте, а продвигаемся как в финансовом плане, как сейчас говорила Ирина Витальевна, так и территориальном, где у нас очищаются зоны и строятся новые парки. Сегодняшняя встреча показала, насколько они увлеченные, настолько инициативные, было задано много интересных вопросов, и из чего мы делаем вывод, что действительно нашей молодежи это интересно. Ну а, соответственно, наше будущее за нашей молодежью. Ирина Иванова сообщила, что в течение февраля на территории городского округа Щелково планируется проведение серии общественных обсуждений обращения губернатора Московской области к жителям. Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».